Еще раз, если вы меня слышите, я надеюсь, что вы меня слышите. Можно включить микрофон. Я готовлюсь по новой. Я все перезагружаю по новой полностью. Потому что никто не появился. Вы сейчас стали появляться, потому что я пришел по второму разу приглашение. Дайте мне знак, что вы меня слышите. Слышите? Отлично. Одна только слышит. Хорошо. Сейчас я пытаюсь настроиться на все по новой. Да. Но следующий вопрос. Вы видите, что на экране? Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Можно пользоваться микрофонами, если хотите. А то, что на экране, вы видите? Знаками не дайте мне, что вы слышу. Текст. Так, нет, текст видно, да? Не слышу. Значит, ну это, конечно. Да-да, я понимаю. Значит, какие, я не знаю, какие-нибудь у вас новости есть? Какие-нибудь результаты есть? Может, вы слышали что-нибудь о ваших результатах, о ЕГЭ и ГАН? Я повторяю, можно включать микрофоны и работать с микрофоном. Пока ничего не знаю совершенно. Русский 82, понятно. По английскому есть какие-то результаты? Поздравляю, русский 82, это очень здорово. Не сдаю в этом году. Хорошо, прекрасно, значит, потихонечку будем готовиться на будущее. Еще кто-нибудь какие-нибудь? Какие-нибудь у вас были впечатления, связанные с ЕГЭ, с тем, как организовано все, как прошло? Какие-то пожелания? Или есть, может быть, кто-то, кто из резерва сдает в этом году? Я просто не слышу. Я не слышу. Да. Значит, Андриана, насколько я понимаю, нормально по сравнению с тем годом. Хорошо. Андриана, насколько сейчас Андриане попробуем помочь? Андриана, значит, давайте ей все как-то поможем. Она не включила. Включите настройки аудио. Правая кнопка. Кнопка мыши. Аудио. Понятно, да? И там, посмотрите, у всех есть микрофоны, а у нее нету микрофона, она не включила эти настройки. А вот, Юра, вы зачем-то микрофон выключили свой, а вы можете что-нибудь сказать микрофон? Я почему-то вас не слышу, хотя должен. Хорошо. Ладно, значит, давайте тогда. Я не понимаю тогда, почему я вас не слышу. Не знаю, должен был я вас слышать. Ладно, хорошо. Бог с ним. Значит, что еще я не сделал? Я сейчас попробую
может быть, с этими самыми, с видеокамерой понятно, что происходит. Должна быть видеокамера, почему-то она не работала. Ну да ладно. Давайте мы приступим тогда к делу, чтобы долго не разговаривать. Да, значит, на прошлом занятии вопрос возник по поводу А22, А28. Ну, давайте вот мы сегодня посмотрим. Значит, первое замечание, которое нужно вам сказать обязательно по всем этим заданиям. Вы знаете, что вы выбираете себе самые различные учебники. Если вы были у меня уже на занятиях, то вы знаете, что выбирать нужно учебники от Вербицкой Марии Валерьевны и от Махмурян Карины Степановны. Это два человека в России, которые создали ЕГЭ по английскому языку. Они полностью являются этими авторами ЕГЭ, авторами всех текстов и всех заданий, которые есть в ЕГЭ, всех ГИМов. Они, естественно, их команда. То есть, если вы покупаете там, я не знаю, какой-то батон есть, автор или еще какие-нибудь другие, напишите, пожалуйста, сюда. Значит, я, естественно, писать много не буду. Все это находится на моей странице в интернете. Я вот даю вам страницу, и вы, пожалуйста, в страницу можете заходить, и в любое время, пожалуйста, можете... Вот, вы видите, да, наверное, и я могу на экране показать то же самое ее. Вот это вот, вы туда заходите, на эту страницу, и там будет вся та информация, о которой я вам говорю. Далее, что еще нужно сказать, значит, у них выпущено огромное количество учебников. Это учебники называются там и тренинги, и активаторы, и самое главное, что есть справочник грамматические, то есть все то, что требуется. Вот Адриана появилась. Адриана, вы слышите нас, да? Скажите, что вы нас слышите. Да, молодец, здорово. Отлично. Вот видите как, наконец. Хорошо. Значит, я очень рад. Значит, еще раз. Вербицкая Мария Валерьевна и Вербицкая Мария Валерьевна и Махмурян Карина Степановна. Это два автора полностью, которые создали вместе со своими командами. Значит, у них есть грамматический справочник, который полностью попадает в ваш квалификатор. То есть он идет полностью в том же, в той же самой последовательности, ну как бы содержание повторяет. Да, кто-то стучится, здорово. Можно разговаривать по микрофону, отлично будет. Я еще и камеру не могу что-то сейчас включить, хотя была она. Мне перегружаться пришлось просто из-за этого все. Хорошо, значит, следующий еще вот ссылка пока здесь есть. Возьмите, пожалуйста, я не могу эту ссылку выкладывать нигде. Почему? Потому что я нарушил авторские права. Это мой заархивированный оксфордский словарь словосочетаний. То есть, вы знаете же, в русском языке мы часто не знаем, какое там управление глагола или какой нужно поставить падеж рядом с существительным. И для этого существует словарь словосочетаний. В английском языке это тоже очень важно. Вот это вот тоже по этой ссылочке, скопируйте эту ссылку, скачайте. И вот это вот все ссылки, которые вам на сегодняшний день нужны. Не забудьте, пожалуйста, углубленный английский, вот это ВКонтакте, там все документы есть, выложенные вам и так далее. Итак, если есть вопросы, то задавайте. И возвращаемся к вашему заданию А22, А28. Конечно, было бы здорово, если бы вы сами читали, но поскольку вы не читаете, вы не можете микрофона не хотите включать, ради бога. Я за вас почитаю, а вы будете давать ответы. Еще раз, ответы, конечно же, есть. Я поэтому я беру, как видите, заголовок английский язык, типовые экзаменационные варианты, 10 вариантов, то есть Вербицкая и Махмурян. У меня есть, конечно, ответы все эти, вот, но мы будем стараться делать без ответов, в крайнем случае. Проверять, я думаю, что мы все сможем сделать. Но ответы вы сможете сами проверить, потому что они есть на этой книге.
книга выложена и в интернете, и на моей странице выложена. Если нет на моей странице, то я же автор этой страницы, Владимир Александров. Пройдете по Владимиру Александрову, и там они будут, все равно это документ. Итак, Strange Girl. Steven pulled up the collar of his coat as he walked along the platform. Overhead, a dim fog clouded the station. He was, trains move slowly, throwing off clouds of steam into the cold air. He was watching, looking, staring, gazing. Ваши ответы, пожалуйста. Уже кого-то слышно. Замечательно, молодцы. А, еще ответы, пожалуйста. Один-один. И сразу же вы знаете сами, чтобы мы друг друга понимали. Почему? А, объясните свой выбор. Почему вы выбрали цифру один? Можно печатать, можно говорить. Я слышу, как вы печатаете. Что значит наблюдать за поездами? Что вы имеете в виду? Вы поймите, почему мне задали вопрос? Пожалуйста, объясните, как делать. Да нет, они все длящиеся, действующие, все continuous. Watching, looking, staring, gazing, все continuous. Я немножко вас не понимаю. Меня попросили, сказали, чтобы объяснить, как делать тесты А22, А28. Давайте посмотрим. Есть еще какие-то предложения? Пожалуйста, давайте ваше предложение. Как вы выбрали, что это первый ответ? Look требует предлога. Какого? Совершенно правильно. Look. Какой предлог? Нет, совершенно верно. Хорошо, а что касается staring и gazing? То есть речь идет о том, ну хорошо, я вам подсказываю, я вам говорю, лучше микрофоны. Gazing at вообще. Опять же таки, как проверить? Вы можете зайти в оксфордский словарь словосочетаний, и вы сможете, сейчас мы попробуем это сделать, чтобы вы себе представляли точно, как это. Поймите правильно, что я же не знаю, что мне потребуется. Вот, но чем хорошо, то, что здесь, вы видите, можно все запускать и все сразу вам показывать на экране. Сейчас мы посмотрим, как это. Вы сказали, значит, что gazing on, и мы сейчас с вами постараемся проверить это все. Так это или нет? Ну, и вы имеете в виду, я не дома, а компьютер не мой, вот, поэтому немножко будет подтормаживать все, но я буду стараться, чтобы, так сказать, все получалось. Вот вы видите, загружается. Он очень большой, этот словарь, вот, поэтому немножко времени надо, чтобы он загрузился. Вот. И когда он загрузится, то мы с вами, да, вот мы теперь вбиваем сюда, как вы сказали, слово gaze. Видим, да, все слово gaze и go. И смотрим на слово gaze. Первое, как вы видите, это будет у нас прилагательное. Вот потом глагол с этим самым сочетанием с gaze, то есть существительный глагол gaze плюс глагол. И сейчас мы дойдем потихонечку до самого по себе глагола gaze. Первое, как вы помните, было существительное. И все его возможные словосочетания. Это все preposition, как вы видите, это для... А вот теперь пошел глагол. Какой требует наречия? Intently, he gazed intently, steadily, absently, blankly. Это все, так сказать, наречия. И сейчас, как вы видите, что будет preposition. Итак, какой preposition нужен для gaze? Как вы видите, he gazed at, he gazed in и he gazed into. Все дальше у нас это фразовый глагол уже другое будет. То есть, когда вы мне сказали, что должен быть самый. Я же ссылку хорошо даю, еще раз ссылку я давал, ссылку на словарик, пожалуйста, вот она.
Давайте я скопирую и кину ее сюда, если вы не можете скопировать. Пожалуйста, ссылка на слова, потому что он большой. Даю сюда вам ссылочку, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Итак, как вы поняли, значит, у нас gaze должно быть add. То же самое stare тоже должно быть add, поверьте мне, просто это моя работа, я поэтому знаю. Итак, как вы поняли, что единственный вариант watching trains будет без предлога, поэтому все остальные не подходят. Looking at, staring at, gazing at. Хорошо, поехали дальше. Значит, he was watching trains move slowly, throwing off clouds of steam into the cold air. Everything was dirty and smoke grime. Stephen thought with revulsion. What a foul country. What a foul city. He had to... That the first excited reaction... Сейчас я вам прокачу. He had to... That the first excited reaction to London, its shops, its restaurants, its well-dressed, attractive women had faded. Итак, пожалуйста, ваш ответ. Печатайте лучше, потому что микрофон достаточно как-то мутноватно слышно. Слышно, пожалуйста. Вы знаете, не слышно, вот, я не могу понять, почему, то есть какой-то мутный звучок. Admit, ага, еще. Еще. Ну и сразу же вопрос к вам, а почему вы решили, что admit? Вы знаете, это самое главное, вы хотите узнать, каким образом отвечать на само по себе тест. Вот я вам первое сказал, что словосочетание с предлогом нужно искать в словаре, который называется Oxford Collocation Dictionary. Вот он есть. Вы видели, что gaze требует add, in и into. И давайте дальше, пожалуйста. Почему вы считаете, что admit? Admit, допустите, agree with, да? Замечательно. Ну хорошо, смотрите, значит, еще раз, первое слово. Здесь, конечно же, какое следует замечание сделать? Except по смыслу не подходит. Хорошо, смотрите, какое здесь нужно сделать замечание. Вы знаете, что в английском языке у вас проверяют всего-навсего две вещи. Какие две вещи? Первое – это словарь, и второе – грамматика. Значит, в данном случае вы понимаете, что здесь, вот в данном А23, совпало так, что у вас проверяют знания словаря. Что значит знание словаря? Оказывается, вы должны знать перевод этих слов. Но, насколько вы видите, с этим у нас проблема. Следующее замечание, которое нужно сказать по словарю. Вы знаете, что у нас все ЕГЭ делится на две большие части. Базовый уровень и повышенный уровень. Если вы хотите сдать базовый уровень, то это у вас будет проходной балл. Если вы хотите повышенный уровень, то это значит то, для того, чтобы вам какие-то специальные получить, там для поступления нужные вам баллы. Для того, чтобы сдать базовый балл, для этого нужно знать по крайней мере 2500 английских слов. Каких слов? Они выложены у меня на углубленном английском, они так и называются, 2500 слов. Если вы их откроете, то там есть слово и excel, и admit, и adopt. Они входят в базовый уровень. Поймите, пожалуйста, это. Итак, adopt – усыновлять, или, как-то усваивать. Accept – принимать. Admit – признавать. И agree – соглашаться. Итак, теперь мы смотрим на предложение, и вы, опять же, такие должны знать слова. С самого начала. Стивен поднял воротник своего пальто, когда он шел вдоль по платформе. Над головой был густой туман, который клубился на станции.
Он смотрел на поезда, как поезда медленно проезжали, выбрасывая облака дым, облака пара, холодный воздух. Все было очень грязным и затянуто грязным дымом. Стив уже подумал вместе с отвращением, какая ужасная страна, какой отвратительный город. Ему пришлось, и как вы и сказали, усыновить, нет, принять, нет, согласиться, ему пришлось признать, что his first excited reaction, что его первая взволнованная реакция на Лондон, его магазины, его рестораны, его хорошо одетых привлекательных женщин увяло, had faded. Как вы видите, в третьем задании, третье задание обычно, это вот задание вокабуляр и грамматика, обычно повышенного уровня. Здесь нужно знать, что очень много слов, перевод очень многих слов. Поехали дальше, пожалуйста, значит. Supposing he were back in South Africa now. Предположим, что он был назад в Южной Африке. Two, the truth, he felt a quick pang of homesickness. Устойчивая фраза какая? Правильно? Вы правильно говорите. Устойчивая фраза по-английски мы говорим the idiom, идиома. The truth. Совершенно верно. Сказать истину. Ну, пойдем дальше, не будем останавливаться. Итак, мы с вами обращаем внимание, что в заданиях А22, А28 необходимо знать идиомы. То есть нужно учить идиомы. Опять же, таки в грамматическом справочнике у Вербицкой и Махмурян есть список идиом, которые вы должны знать. Не всех, конечно, но для базового уровня. Это уровень повышенный, поэтому там эта идиома может и не быть, потому что повышенный уровень – это ваше личное дело, и их повышенный уровень невозможно запаковать в какую-то книгу, потому что это бесконечно. А вот базовый уровень можно запаковать все в отдельную книгу, и грамматику, и словарь. Идем дальше. Говоря по правде, он почувствовал острую боль, желание поехать домой, вернуться домой. Sunshine, blue skies, gardens of flowers, and here dirt, grime, and endless crowds, moving, hurrying, jostling. Солнце, голубые небеса, сады из цветов, и здесь грязь и сажа, и бесконечная толпа, передвигающаяся, торопящаяся и толкающаяся. He got on a train and passed along the corridor looking for a place. Он пошел по поезду и прошел... Он зашел в поезд и прошел по коридору, и выискивая себе место. The train was full. Поезд был полон. It was only 3 days before Christmas. Было всего 3 дня до Рождества. He, to go to his parents for Christmas. Он, 25-й, held, used, took, kept. Вопрос, почему не took, не kept, не... Грамматика. Что значит грамматика? Почему не held, не took, не kept? Я понимаю, хочется, конечно, чтобы побольше успеть, мы немножко поздно начали, поэтому задержимся немножко сегодня, ничего страшного. Значит, у нас he held, held to go, used to go, привычка что-то делать раньше. Хорошо. Held, это значит, как знаете, держать или проводить, не подходит по смыслу. Took, to go, и в данном случае делать что-то тоже в прошлом, но немного другой смысл, тоже не подходит. Kept to тоже не подходит по смыслу. То есть вы видите, что из 4 три слова не подходят по смыслу. Used to, вы сказали грамматика, потому что в прошедшем времени весь текст у нас в прошедшем времени, поэтому used to. Хорошо. Итак, он имел привычку ездить к родителям на Рождество. And then suddenly he caught his breath looking into a carriage. И затем у него он захватило дыхание, глядя внутрь вагона. This girl was different. Эта девушка была совсем другой. Black hair, rich, pretty color. У нее были черные волосы и отличный цвет лица, кремового цвета. The sad, proud eyes of the south. И грустные, гордые глаза юга. It was all wrong that this girl should be sitting in this train. И все было совершенно неправильно в том, что этой девушке надо было сидеть в этом поезде. These dull, drab looking people, среди этих скучных и неинтересных, неинтересно выглядящих людей. 26. Among, between, besides, along. Толстый ответ. А 26.
по-английски. Я понимаю, я согласен с вами. Среди этих скучных и неинтересно выглядящих Elon это вдоль. Видите, как нужно знать словарь? Elon вдоль. Хорошо, я понял, что есть проблема. Итак, смотрите. Elon вдоль, besides рядом, кроме того. Between остаются правильные ответы, которые могут быть between и among. Нужно заметить, то есть и то будет между, и то будет между. Какая разница между between и among? Between, как вы видите, между двумя людьми. Between, после between, как вы видите, исторический корень to, то есть between, между двумя людьми. Among, да-да-да, between, между двумя, совершенно правильно. Among, между большим количеством людей. Совершенно правильно. Итак, вы узнали, почему нужно здесь употребить. Иван, поехали дальше. Ничего страшного. Это не проблема. Только там, пожалуйста, будьте на экзамене внимательны. Здесь это не страшно. Okay. She should be somewhere splendid, not squeezed into the corner of the third class carriage. Она должна была где-нибудь в великолепном каком-то месте, а не зажата в углу третьего класса вагона. He was an observant man. А он был очень наблюдательный человек. He didn't fail to the shabbiness of her black coat and skirt, the cheap quality of her gloves. Так получилось, что он заметил потрепанность ее черного пальто и юбки и дешевое качество ее перчаток. И дальше я прокатываю вам, чтобы вы увидели опции. 27. Observe, note, spot, remark. Так, один ответ. Второе. Note. Еще варианты ответов, пожалуйста. Хорошо. Значит, насколько вы видите, что слово note означает, да, замечать, но в том смысле, как отмечать, но, скажем, в письменном виде и так далее. Слово observe, слово remark и слово spot, что означают? Знаете, что это как в русском языке сделать ремарку. Ремарк. Заметить, имеется в виду, как сделать заметить. Именно сделать ремарку. Observe. Примечание, да, совершенно верно. Очень хорошо. Примечание, хорошее слово. Согласен. Observe, наблюдать, совершенно верно. Spot. Вот видите, как я вам напоминаю, что для успешной сдачи экзамена ЕГЭ вам нужно прежде всего проверять у вас грамматика и словарь. Причем словарь нужно знать в 5 раз больше, чем грамматику. То есть если вы начертите такой кружок и разделите его на 6 частей, то 1/6 часть будет грамматика и 5/6 это будет словарь. Словарь, словарь, еще раз словарь, учите 2500 слов, а потом остальные все вот такие упражнения делайте, чтобы знать словарь. Итак, spot на самом деле означает пятно. Когда вы используете это слово как глагол, это значит увидеть в толпе, высветлить. Ну, например, как понять? Это может быть как прожектор. Допустим, вы стоите на театральной сцене и вас прожектором высветлили. Так вот, здесь, судя по всему, скорее всего, будет именно слово spot. То есть мы сейчас с вами проверим, я не знаю ответов, но ответы у нас есть. Как я вам сказал, мы будем делать все вместе. Я вам объясняю просто как специалист по английскому языку, на мой взгляд, чтобы я поставил здесь. Не забывайте, что я могу ошибаться, и в этом моя задача как учителя показать вам, как ошибается любой человек. Итак, смотрим на ответы.
нас должно быть, насколько вы помните, это был, по-моему, первый вариант или второй. А задание какое бы у нас было? 27-е? Сейчас, давайте еще раз вернемся. Это был первый вариант, у нас второй вариант, да. Откуда? Надо записать эти самые, как называются, секунду. Страницы, я не записал страницы, это будет у нас... Да, это будет у нас страница 25, вариант второй. Сейчас запишу страницу 25, чтобы потом ездить быстрее. Вариант второй, лексика, грамматика. И мы сказали с вами, что это у нас будет номер 27. И, как видите, судя по всему, вы правы, то есть no, he knows it. Ну, посмотрим сейчас. Я бы, конечно, спор поставил. Еще раз показываю, что вполне могут быть человеческие ошибки. И у нас здесь ответы. Вот они, ответы. Вариант второй. Вариант второй. А27. Ну, вот вы видите, у вас второй ответ. Ну, что я могу поделать? Молодец. Кого недавно сдала? ЕГЭ по какому? По английскому? Написал ничего. Это кто говорит? Простите, я не вижу вашего имени. Хорошо, возвращаемся на 25-ю страницу. Так. Так, идем дальше. 27 мы сделали. Note, значит, да, получается так. He didn't fail to note. Я бы сказал, he didn't fail to spot the shabbiness of your black coat. Ну, Андриана. Очень хорошо, Андриана. Замечательно. И, как вы видите, я занимаюсь английским профессионально, то есть переводчик и так далее. И я совершенно запросто делаю ошибки. И я лично учился у Марии Валерьевны Вербицкой. Я говорил ей вот про такие вот сложные варианты. Она со мной не соглашалась, потому что она говорит, что иначе очень трудно тесты составить, если не будет вот таких вот каверзных моментов. Но я вас уверяю, что таких каверзных моментов будет на весь тест 1-2. Больше не будет. Значит, он заметил потрепанность ее черного пальто и юбки, ее дешевое качество перчаток. Затем splendor was the quality he associated with her. Варианты nevertheless, nevermore, although, therefore. Да, слышу, кто-то хочет сказать. Ответы, пожалуйста. Даже не могу ответить. А, думаю, ладно, думайте. Второе. Я не знаю, я вам показал, что я совершенно не готовлюсь. Я готовлюсь к уроку, но я не готовлюсь специально для того, чтобы вы видели мою непосредственность в ответах. А что значит splendor was the quality he associated with her? Третий не подходит, следовательно, то есть вы предлагаете ответ первый, да? Правильно я понял? Подтвердите просто первый ответ. Я с вами за это тоже. Я за это. Почему? Еще раз, смотрите. Он был наблюдательный человек, и он заметил потрепанность ее черного пальто и юбки, ее дешевое качество перчаток.
И тем не менее, очарование было качество, которое он, или великолепие, было качество, которое он связывал с ней. Он подумал, я должен узнать, кто она и что она здесь делает. Так, мы решили с вами, что, скорее всего, первое, прокатываемся быстренько до вариант пятый. Вариант второй, А28, ответ блестящий. Хорошо, итак, поехали дальше до следующего варианта. Вариант первый, вариант второй. Мы точно так же сейчас будем делать с вами. Сегодня мы занимаемся А22, А28. И теперь мы переходим к третьему варианту. Это у нас был второй вариант. Теперь мы переходим к третьему варианту. Вариант третий. Грамматика, лексика и наш текст, который мы хотим сделать с вами, это будет лексика. Динар. Все видим, да? А, к сожалению, как же нам его сделать, чтобы... Я никак не сделаю его, чтобы было на две этих самых, на две стороны. То есть мне нужно будет перезагружать не компьютер, а перезагружать программу, чтобы вам показывать весь свой стол. Я показываю вам хоть что-то и вас. Ну хорошо, я думаю, что будем просто ездить туда-сюда. Конечно, это сложно, но тем не менее. Итак, Динер. Amos Finister was a private detective. In all his years as a policeman and a private investigator, he had learned about people. He gained a psychological insight into most as he... them to do foolish things. Итак, Амос Финистер был частным детективом, и во все годы, когда он работал полицейским и частным исследователем, он много узнал о людях. Он набрал психологический инсайт или проникновение в большинство людей по мере того, как их делать глупые вещи. Варианты того, что мы можем сказать в отношении А22. Watched, stared, looked, gazed. То есть получается, что у нас фактически тот же самый случай, и я не ожидал. Ну ладно, ну что поделать. То есть вы понимаете, что, судя по всему, случай будет опять тот же самый. Ну так, какой бы ответ А22? Дайте что-нибудь в ответе. Если я сейчас это уменьшу, на два я не смогу сделать, да? Сейчас. Watch. As you watch them do foolish things. Да? As you watch them. А есть такие варианты? Почему? Давайте я еще раз покажу варианты. Майк, наверное, все-таки сейчас побольше сделаем. Watch, stare, look, gaze. Вот первый прилог. Замечательно. Дальше. Gaze. Мы только что проходили, что stare требует предлога и gaze требует предлога. И каких предлогов мы смотрели с вами? Вы забыли, что ли? Что было? Я говорю, точно такой же вариант. Gaze at. Без предлога не употребляется. Значит, watch them, и тут можно еще вспомнить, что это типичные случаи так называемого комплекса Оксфорд. Вы знаете, что в России страшно любят английскую грамматику изучать. Вот вам типичный случай, watch them, комплекс Оксфорд будет, то есть он видел их. И что у нас там дальше-то? Watch them. Watch them do foolish things. Посмотрите, пожалуйста, watch them, he watched them do foolish things. Watch them do. Во-первых, почему это комплекс object и почему нужно обратить внимание? Во-первых, watch, а не watched, не прошедшее время.
As he watched them build. То есть это будет инфинитив без частицы do. По правилам complex object. Затем после complex object может быть либо continuous, watch them doing, или может быть опять инфинитив без частицы do. Watch them do. Это значит, что действие закончилось. Хорошо. He was at ease with people from all walks of life. Он с легкостью обращался с людьми со всевозможных направлений жизни. At the Ritz restaurant, в ресторане Ritz. Amos to dine there when he lived in New York. Смотрим варианты. Took used health cap. Да что такое? Те же самые варианты. Обалдеть. Ну, точно так же, как там. То есть ответ будет опять тот же самый, правильно? Вы согласны со мной? Вы видели, что это не глупости? Это про кого? Watch them do. Делали, да. Делали имеется в виду прошедшее время. Почему? Потому что watch them doing, вы поймите, здесь же в complex object два варианта. Например, I watched her cross the street. И I watched her crossing the street. Первое будет, я видел, как она перешла улицу. I watched her cross. Когда инфинитив без частицы do, действие закончилось. I watched her cross the street. Я увидел, как она перешла улицу. Второй вариант, I watched her crossing the street. Я видел, как она переходила улицу. Continuous длительное действие. Да, ну, в процессе. Видел, как она переходила. А там перешла. Здесь точно так же. Я видел, как они сделали такие вещи. Или, ну, можно сказать, делали русский язык, он другой немножко. Okay. He was at least with people from all walks of life. И что мы там подобрали? А-23. He was at ease with the people from all. And this was most apparent on Friday evening when Major Cedric Crawford dined with him at the Ritz restaurant. Это было самое очевидное в пятницу вечером, когда майор Cedric Crawford обедал вместе с ним в ресторане Ritz. Amos, ну, как вы помните, здесь то же самое, как и в предыдущем тесте. Какое будет определено? Пожалуйста, у нас время уже подходит, имейте в виду ответы. Нет, вы мне скажите, какое слово в 23? Инфинитив ПП. Посиди, пожалуйста, сейчас. Пожалуйста. Took use, я сказал, то же самое, что в том. Took use held cap. Он раньше обедал, тот же самый случай, как там. Поехали дальше. By the time they were halfway through dinner, Amos had the major laughing and sharing stories, some of which were funny. К тому времени, когда они уже через половину обеда прошли, Amos заставил майора смеяться и поделиться историями, некоторые из которых были смешными. By the time they had eaten the main course, после того, как они съели первое блюдо, Amos felt comfortable enough to answer to an important question. I wonder if you have ever come across Tabitha James. К тому времени, когда они съели первое блюдо, Эмос почувствовал себя совершенно комфортабельным достаточно to ответ на важный вопрос. Мне интересно, вы когда-нибудь встречались с Табитой Джеймсом? Опять, давайте посмотрим
в Оксфордский словарь. Что требует у нас seek? Какое управление глагола seek? Глаголы. Что требует глагол seek? Какие предлоги? Не вижу, чтобы напечатали ответ. Пока. Я мне закрыто немножко. For и in, совершенно верно. Которого у вас здесь нету. Значит, seek не подходит. Что такого сложного? Андриана, Настя, почему так сложно вдруг стало? Четвертый. Он чувствовал себя вполне комфортабельно, чтобы искать. И опять, вы же знаете, что search, ну давайте я вам опять открою тот же самый словарь, вы узнаете, что search, они абсолютно синонимы со словом seek. Обычно так делается в тексте. То есть, извиняюсь, ну лишнюю буковку написал. В тестах обычно так делается, то есть, три одинаковых синонима. Смотрим на предлог search. Немножко скроллинг тяжелый в этом самом словаре. То есть нельзя сделать быстрый скроллинг. Извиняюсь очень. Не, видите, если я так сделаю, то все прокатывается совсем. Как же его сделать? Если так, то вообще я ушел далеко. Ладно. Но поверьте мне, что я, чтобы долго не искать сейчас, время не терять, чтобы будет тоже search for, точно так же, как и seek. Итак. Чем отличается ask от post? Я не знаю ответа. Еще раз. Я специально для вас не знаю ответов. Я знаю перевод, я знаю грамматику, я знаю слова. Я вам хочу показать. Pose, позировать? Как вам сказать? To pose a question, поставить вопрос, это устойчивое выражение. Pose a question, устойчивое выражение. Они же делают как тесты, они же хотят вас запутать, сбить. Pose a question. Поставить вопрос. Аспект. Хорошо. Итак, 24-е. Вы считаете, что в третьем варианте 24-е. Ответ 2. Катим вниз. Смотрим на ответы. О, я страничку забыл, конечно. Третий вариант. Правильно? Мать, ну поставьте что-нибудь, правильно или неправильно? Вот, я не знаю, вы чего? Неправильно? То есть, какой ответ? То есть, что у нас там? Я забыл страницу записать здесь. Третий вариант. Новому рядышку. Значит. Ну как же неправильно? Народ, вы куда смотрели-то? Я не понял. Это же 24-й. Давайте я опять запишу. Страница 35-я. Для того, чтобы побыстрее. Еще раз. Как же неправильно? Правильный второй же ответ. Почему первый? Вариант второй. Вариант третий. 24-й. Первый ответ. Да? Thank you.
Ну ладно. Я, честно говоря, тоже думал. Ну вот видите, я вам еще раз говорю, что я очень часто с ними, со всеми, так сказать, и воюю, и что поделаешь, но с ними воевать бесполезно, я вам сразу говорю. То есть на апелляцию в этом вы никогда не подадите. Я бы поставил ас. To seek the answer. Seek the answer. Ну не знаю. Ладно. Поехали дальше. Доделаем уже эту тему. Ну, бывает, ничего страшного. Я еще подумаю сам потом и. Да, что хотел сказать. Не забывайте, пожалуйста, мне можно присылать на мою почту. Жалко, что я почту не написал, но она там написана. Значит, Глебыч 55. Ваше сочинение. Я вам проверю. И укажу там, какие были ошибки и так далее. Вот моя почта, если нужно. И все остальные вопросы, то есть, если будут какие-то обсуждения, пожалуйста, присылайте, мы с вами обо всем поговорим. Итак, Cedric, knowing to be filled with no sign of embarrassment or reluctance. Итак, Cedric, знать Добиту без всякого знака смещения или колебания. Ерунди, причем здесь ерунди. Knowing, ерунди, да. Вопросов нет. Knowing, это ерунди. Все правильно. А ты дай ничего. А, да, когда книжные гвинии покупают. Второе. Второе вы сказали, admitted. То есть он признал, что он знал Добиту без всякого знака смущения или колебания. Admitted. Проверяем. То есть А25 у нас должно быть... Только не посматривайте дальше ответы, хорошо. Вариант третий, А25. Все правильно. Ура. Молодцы. Идем дальше. Нам немножко осталось, мы уже перепроверяли время, но что поделали. Итак, значит, он признал, что он знает Добиту и так далее. Truth, а это мы уже проходили, tell the truth. I knew her quite well, actually. She was a close friend of a fellow guards officer, Sebastian Loper. Она была близким другом, значит, товарища офицера из охраны Себастьяна Лопарда. She fell in love with him at first sight. Она влюбилась с первого взгляда. They were going to marry. Собирались пожениться, but unfortunately that didn't come to pass. Но это не произошло. And why was that, Major? Do you know? Oh, майор, почему это так произошло? Oh yes, I'm afraid I do. Боюсь, что я знаю, почему так. Tabitha had contracted pneumonia. Она заболела пневмонией, but no attention to her illness. Hayden brought to undertook. Здесь, по-моему, простой. Даже можно... Это что, устойчивое выражение, правильно? Какое? Второе. Brought no attention. Обратить внимание. Как будет по-английски обратить внимание? Устойчивое выражение, идиома. Обратить внимание, как по-английски сказать? Pay attention, совершенно верно. Я думаю, можно не проверять, но давайте, ладно, вы потом проверим, когда последнее закончим. Значит, 27, вы помните, А27 у нас 1. Осталось А28, и все, мы на сегодня закончим. Итак, she paid no attention to her illness. Она не обратила никакого внимания на болезнь. Before I knew it, she was dead and gone. Прежде чем я узнал об этом, она умерла и ушла, да? As for Sebastian, he rejoined the army. Что касается Себастьяна, он вернулся в армию. When the war broke out, когда разразилась война, and was killed, был убит. A sad story, isn't it? Печальная история, не так ли? Emma's nodded. Emma's кивнул. So much depended... Ну, тоже вы знаете. Draw attention, да. Draw — это привлекать информацию. Attract attention. Draw attention. Зависит от, ну а какой предлог? So much depended.
А 28 у нас что будет? Какой предлог? 4, да? А, хорошо. Все, проверяем. Проверяем. Третье. Вариант второй и вариант третий. А27 первое и А28 четвертое. То есть мы с вами сделали, так сказать, ну, нормально же. Итак, вы знаете, что мы перебрали с вами время, но тем не менее, домашнее задание. Вы знаете, что во всех их учебниках, которые они дают, есть темы сочинения и есть темы письма. Но я вам предлагаю следующий вариант. У меня, опять же, на странице выложены образцы писем и образцы сочинений, написанные носителем языка, то есть книжка от Вирджинии Эванс. Она называется «Практические тесты для экзамена», «Practical Test», «Practical Exam Test» для 9-10 класса. Вам, естественно, нужен 10 класс, и там эта книжка будет называться «Teacher's Book». Почему? Потому что только в «Teacher's Book» есть эти самые модельные, написанные носителями языка. Ваша задача взять уже там, мы предыдущие сделали, где-то тест 9, тест 10. Почему? Потому что там не только то, что вы пишете, то есть вы пишете opinion essay, то есть сочинение мнения. Там есть еще for and against, там есть еще письмо, жалоба. Ну, вы знаете, что в английских настоящих экзаменах другие. Вам нужно выбрать только правильное письмо, которое вам соответствует, и правильное сочинение, которое вам соответствует. Прочитать, как написали это письмо и это сочинение носители языка, и потом, выучив их лексику, их терминологию, написать свое собственное и прислать мне на проверку до следующего урока. Вот такое вот ваше домашнее задание. Пожалуйста, не забывайте про это. Вопросы есть? Вопросов нет. Эссе, да, от носителей языка. Там любые темы, все те такие же, как вы пишете. Попробуйте, вы поймете, о чем я речь веду. Точно такие же opinion эссе. Ну, я не знаю. Например, кто-то любит отдыхать в гостинице, кто-то любит отдыхать на природе в отпуске. А вы что? Это вот последнее, что мы писали с теми, кто приходил на предыдущий урок. Можете это написать, пожалуйста. Но только прочитайте обязательно, как пишут носители языка. Если есть вопросы, значит, пишите мне на почту. Хорошо? Если вопросов нет, да, вам спасибо. Если вопросов нет, на сегодня все. Замечательно.